Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре детские умные часы от компании Motto. С помощью умных детских часов с GPS-трекером у вас появится возможность обеспечить спокойствие за ваше чадо и всегда быть с ним на связи. Оригинальный дизайн изделия выполнен из пластика и резинового ремешка в черно-розовом цвете. Размеры часов составляют 4 на 1 см. С левой стороны находится лоток для сим-карты и разъем для зарядки. С правой стороны расположены кнопка звонка, фонарик и клавиша включения и выключения. Также часы оснащены цветным сенсорным TFT-экраном, диагональ которого 37 мм. Для разговора и прослушки снизу находится микрофон, а сверху громкий динамик. Через часы можно управлять камерой и фотографировать, а через приложение наблюдать, чем занят ваш ребенок. В альбоме можно просматривать и удалять фотографии. Смотреть количество пройденных шагов. В телефонной книге можно позвонить на 10 выбранных номеров, включать и выключать фонарик. Присутствует микрочат, через который можно отправлять голосовые сообщения. Для полной функциональности часов нужно вставить сим-карту с рабочим интернетом. После скачиваем приложение SiTracker на телефон с Play Market или Apple Store и регистрируемся. Вводим ID устройства, которое указано на задней крышке или в меню часов, а также другие данные. При помощи программы на карте можно видеть точное местонахождение ребенка. Предусмотрены функции будильника, шагомера и GPS-трекера, что дает возможность посмотреть, по какому маршруту ходит ваш ребенок. Если ребенок выйдет за радиус поля, который вы задали в часах, на приложение будет отправлено уведомление. С такими часами можно не бояться о безопасности вашего ребенка, всегда знать его местонахождение и быть с ним на связи. Спасибо за просмотр, всем пока!